Кстати, про выборы. Вот вы 2 года уже поработали. У вас есть уже точное понимание, главу Северной Осетии нужно выбирать или оставить все как есть, чтобы его назначали? Если касаться лично моего мнения, то я все считаю, что выборы должны проводиться всенародные, главы республики, главы региона. Но здесь есть много и политических вопросов в том числе. И нужно, чтобы перейти на эту систему избираемости, нужно вот все эти вопросы сложились, так сказать, в одну линию. Это и вопросы, не касающиеся желания самой республики и так далее. То есть много вопросов, которые должны выстроиться для того, чтобы это случилось. А лично мое мнение, еще раз повторяю, все считаю, что народ должен сам выбрать, кого они считают достойным, кто будет руководить им и управлять. А зная, как происходят выборы, уже вы говорили об этом, и как вы думаете, общество само готово к тому, чтобы выбирать себе главу? Потому что вот я тоже разделяю точку зрения вашу, как бы, да, для меня это как бы очень важный вопрос. Вот, но приходится слышать, что ну, при таких выборах, которые происходят в регионах, лучше пусть назначают. Ну, где-то я с вами также согласен. Здесь надо, чтобы, во-первых, и система сама была готова к тому, чтобы избираемости глав. И народ должен был готов к этому. Но когда народ рассуждает так, что ну что я пойду на выборы, все равно там без меня уже решили вопрос, и народ не идет на выборы, то, конечно же, для чего эти выборы? Но все же я считаю, что если народ будет уверен и видеть в том, что выборы пройдут честно и достоверно, то я думаю, что народ будет ходить на выборы и будет делать свой выбор. А там правильный он будет или неправильный, это уже покажет время. Ведь мы же помним, когда в республике проводились и всенародные выборы, тогда еще президента республики. И вы помните, что мы на ура избирали одного, потом его также обсуждали работу, потом избирали опять другого, потом опять его обсуждали. Поэтому, может быть, и особой этой разницы и нет. Хотя, еще раз повторяю о своем личном мнении. Это всенародные выборы придают уверенность и руководителю в том, что все же он избран. Не парламентом, а избран всем народом.